Так, друзья, всем доброго времени. Сегодня видео будет у нас немножечко необычное. Такое видео бывает практически у нас раз в году. И сегодня как раз такой день. Новогодний. Сегодня 31 декабря 2023 года. Я хочу немножко показать вам свое скромное новогоднее цветение. Какие орхидеечки на моих полочках. Я каждую, что мне интересного такого в канун Нового года зацвело, я каждую постараюсь вам показать в их естественной красе. Я, конечно, отключу вот этот светильник, чтобы он не искажал окрас этих красоток. И на экранах я буду подписывать, буду показывать орхидею. Не буду останавливаться, озвучивать, как называется эта орхидея, а на экранах буду писать, в общем, как называется, все увидите. Вот, да, как называется именно в оригинале та или иная орхидея. Вот, чтобы можно было остановить, сделать паузу на видео и прочитать, посмотреть, как эта орхидея называется. Ну, на каких-то особо для меня значимых орхидеях я буду акцентировать внимание и останавливаться поподробнее. Ну что, друзья, примите мои новогодние поздравления. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всех подписчиков и зрителей нашего канала поздравляю с этим чудесным праздником. Желаю всем здоровья, всем добра, всех благ, ну и, конечно же, мирного неба над головой. Пусть орхидеи ваши, друзья, радуют своим вас цветением, а близкие люди не расстраивают вас, и пусть у вас в вашей жизни Новый год будет лучше, чем год уходящий. Ну что, поехали. Так, давайте я отключу сейчас светильничек. Опа! И мы увидим всю красоту оригинальных окрасов этих обалденных красоток. Ну, начинает обзорчик. Вот это вот редкость редкостная, да. Одна из самых дорогих орхидей в России. Это, ну, не знаю, как за границей, за рубежом, но это, друзья, я имею в виду из стандартных орхидеи. Это аллигата, вот такая вот бабочка, только-только начинает свое цветение. Да, вот вон у нее отдельный цветонос на заднем плане. А это старенький цветоносик, раскрыл нам несколько цветочков, чтобы я мог вам зафиксировать красоту этой орхидеи. Посмотрите, какая она бесподобная. Здесь она, значит, у нас в варианте бабочки. А здесь у нас она в варианте Пелора трилипса. Ну, как бы и не настолько прям вот четкий пелор на некоторых, и не настолько четкий трилипс. Ну, то есть вот такой не раскрывшийся тюльпанчик. То есть это два разных куста. Просто так стоят они рядышком. Вот эта бабочка вот отдельно. А вот это вот орхидея трилипс пелор. Легата. Вот такая вот. Просто стоят так аккуратно совпало, что можно сравнить. На другой полке в оригинальном цветении, там, где мы пойдем чуть подальше. Здесь же наш символ нашего канала. И это орхидея каменная роза. Сегодня она вот так в этом году цветет. Каждый год она немножечко меняет свой окрас. Посмотрите, какая прелесть. Вот. Так, сфокусируется камера. О, вот так вот хорошо получается. Вот такая вот она орхидея в своем оригинальном. А вот, друзья, вот оригинальная, то есть, ну, как не оригинальная, а вот классическая каменная роза. Вот она. Вот так вот она при дневном окрасе выглядит. Вот, то есть это, смотрите, какая середина у нее. Вот. Какой язычок.
То есть вот такая вот она интересная в сравнении с нашей каменной розой. Наша каменная роза в единственном экземпляре. Желающих получить от нее детку огромное множество. Просто вот очередь на 100-500 лет вперед. Вот. Ну, еще будет обзор, друзья. Просто сейчас показываю. Немножечко для настроения, чтобы было видно, понятно. А когда они раскроются, ну, все бутончики, я потом вам покажу в сравнении, чтобы было все красиво. Сегодня просто я показываю, что у меня намечается. Там пинив. Вот, посмотрите, какой красавчик. Вот, обожаю пинив. Вот, это, не знаю, после легата, наверное, и каменной розы, пинив у меня на третьем месте по моей шкале восприятия эстетической красоты. Ну, посмотрите, какой он красавчик. Ну, просто обалденный. Так, здесь ароматный бронзовый Будда. А вот он, смотрите, какой. Он пахнет так сладко-сладко. Ярко-ярко. Вот. Все у меня, друзья, здесь в бутонах, потому что только-только все начинает раскрываться. Вот, начинается новогоднее цветение. Все в бутонах, все в бутонах. Здесь у меня вот такой красавчик. Это Лека Будда. Вот, бабочка. Вот, бронзовый Будда. Вот он. Вот. Вот он. А это, ну вот он. А это Лека Будда. Вот. Рядышком у нас называется орхидея. Вот так, не буду ломать язык. Вот. Ага. Вот такая вот орхидея, фрагранс, ловер. Вот, тоже ароматная, бесподобная. Вот такой вот розово-неоново-желтый беглипчик. Новиночка сверху. Я назвал, друзья, новая орхидея. Беглип урвал в этом году. Роскошный, смотрите, какой. Обалденный. Я его назвал мушкетером, потому что он тестовый, названия у него еще нету. Вот. Поэтому просто обозначил его для себя мушкетер. Ну, мне кажется, такой похож прям на мушкетер. Вот такая белая красотка. Я вам уже ее показывал, эту орхидею. Вот она. Роскошь роскошная. Рядышком Лас-Вегас. Вот такой вот. Смотрите, какой красавчик. Так, ну здесь у нас лунная серенада. Вот она. Красивая. Кинг Кардалматиан. Тоже красавчик. Вот. А, вот еще. Тоже красивое. Первое домашнее цветение бабочки. Посмотрите, какая интересная в крапушку. Очень, очень. С маленького прям взял, вот с такого пипеточного размера. И вот, наконец-то, первое цветение. Так, ну это бутоны. Бутоны. А здесь у меня что? Здесь у меня пиратик. Розовый пират. А здесь вообще, смотрите, какая уникальнейшая орхидея. Ух, какая шея. Но это потом, друзья. Мы все увидим с вами в одних их из следующих видео. Я все вам покажу. А, бабочка какая. Тут у меня тоже много там орхидея. Один цветочек анаконды. И вот он, цветонос анаконды, еще один. Там он, беглипчик, только начинает раскрываться. Куча других цветоносов. Это Роттердам. Бабочка. Вот такая неженятина. Только-только начинает раскрываться. Вот она. Смотрите, какая прелесть. Вообще рюшечная такая, интересная. Так, это спиннер. Ну, кто-то называет его калейдоскопом, беглипом. Но у него есть свое название. Это, друзья, сейчас я вам... Оп! Вот такой вот он красивый. Это, друзья, Sogoveri Maple. Беглипчик. Так, это кто у нас? Это у нас, по-моему, Sparks, друзья. Вот. Опа, из легатообразных орхидей.
вот такой вот спарксик там на дальнем плане валит. Орхидея валит, беглипчик. Вот так, ну что, переместимся на другую полочку. Ой-ой-ой, сейчас цветок у меня здесь. Так, ну здесь у меня на верхней полке ток-ток тоже бутонов. Вон сколько, смотрите, цветоносов огромное множество. Кстати, Восточный экспресс, который мы с вами пересаживали вот, в стеклянную емкость, в стеклянный горшок. Вот он, смотрите. Вот, он уже выдал цветонос. И вот так вот начинает цвести. Еще один беглипчик тоже. Вот там много беглипов начинает расцветать. Ну, конечно, самая красота у меня вот на этих, друзья, полках. Так, ну что, будем отключать электричество или нет? Давайте посмотрим, как оно будет. Ну, вот так, наверное, да? Вот. Так, ну что. Гвоздь, конечно, это Леко Фантастик. Вот в таком вот окрасе. Вот. Вот есть окрас вот такой, нежный, видите? А есть окрас вот такой, смотрите, пестрый-пестрый. А бабулеточка желтая, желтенькая вот такая. Вот еще одна каменная роза, горизонт. Лунная серенада, кабрион, ух, красавчик, пинев, вообще обалденный, просто обалденный, друзья, смотрите какой, у меня уж прям мурашки по всему телу от его вида, я прям не знаю, я прям кайфую, вы не представляете как, вот, от него. Тинкербеллс, здесь у нас змеиная кожа. Вот такой один цветочек и большой у него цветонос. Где у него цветонос? А, вот он, цветонос. Так, Розетта. Так, а там у нас новенькие беглипы. Вот такой спиннер. Вот такой вот беглипчик. Классный. Это у нас в шоколаде. Районг. Так, ну что, пандочка, что у нас тут? Так, этот уже все начинает заканчивать свое цветение. Так, ну и что, а вот у нас стандарт, сейчас выключу свет, раз, вот это стандарт легата, смотрите. Вот цветонос у легата. Здесь у нас еще один у меня трилипс молоденький. Вот цветонос легата. А вон сапорита. Вот что значит, смотрите, сапорита. Легата. Розетта. Или, ну да, Розетта. Или нет, вот это сапорита. Да. Вот это сапорита. Вот это легата. А вот это Розетта. Вот. Так, еще один красавчик. Это новинка. Вот такой вот. Вчера о нем рассказывал. Название вставлю. Покажу, как он как он называется. Смотрите, очень красивые, необычные. Так, а это вот покупал Санта-Клаус, друзья. Вот так выглядит Санта-Клаус с маленького пипеточного выращивал. Так, здесь у нас какой-то цветоносина, все в цветоносах. Друзья, вот такая красота у меня. Так, это у меня беглип. Вот отдельно будет у меня в обзоре. Я пожалюсь не на него, а на то, чем в этом году я его кормил. В общем, хоть у него и
бутончики тут, лепесточки, цветочки, но мне не устраивает то, что есть, но все равно. В общем, друзья, вот такая вот красота у меня. Вот, решил я вам сегодня показать. Вот. Ой, короче, что орхидейный бог послал мне к этому Новому году. Вот. В общем, чем богаты, тем рады. В общем, друзья, еще раз поздравляю всех с Новым годом, с наступающим Новым годом. Всем желаю здоровья, добра, быть счастливыми, любимыми и здоровыми. Вот. Все, друзья, всех с Новым годом. Всем до встречи в следующих видео. Всем пока-пока.